Йоу, народ! Так, что у нас тут есть под расписание? Ну ладно, давай еще раз попробуем. Heroes, кого мы можем тут продвинуть? Пинком под зад и вверх. Лошадка. Я тебя хочу продвинуть. Я вроде все скупил уже. Так, раз. Блин, денег не хватит, конечно же. Так, 125-й, да? Здесь уже 127-й нужен. Давай до 130-ки дойдем. Так, опыта-то мне хватает, но надо... О, погоди, а что я тебе могу сделать? Снаряжение поменять? Серьезно? А без уровня ты не могла себе. Что-нибудь подпиндюрить. Так, давай-ка мы боссы пойдем. Немножко потеребонькаем, а то у нас опыта до хрена. О, стоп. Таверна, ты там не закончила задание? Закончила. Да, это вот тоже будет завершающая серия. Ну хотя это единственная игра, которая мне понравилась, то что я тут получил дракончика. В принципе, да. Я счастлив от этого. Нигде не мог получить, и тут получил. Давай-ка пойдем подоприходуем. Хотелось бы собрать 6 драконов, кстати говоря, не знаю, может я и буду в нее поигрывать. Попробую получить все-таки этих. Всех ящуров, так сказать. Так, ну удар мы уже держим довольно прилично, я тебе скажу. А чего вы хотите? Этот козел любит глушить, я смотрю. Хиллер от... Ой-ой-ой. Бедная девонька. Сволочь-то какая. Здорово бы еще, здорово, чувак не переживет. Кстати, может его коняшка из-за того, что слепила, он так хреново бил. Так, ну девяточку мы хотя бы уже выбили, это уже круто. Десятку, конечно, мы не осилим. Но дракон, конечно, мощный. Чё мы там еще выбили? Ну, 450, в принципе, хорошо. Ну, по броне, блин, мы опять дерьма набрали. Ну, ёлы-палы-то. О, игра, ты издеваешься надо мной? Неужели ты не могла мне дать хотя бы с этого босса хоть какую-нибудь, блин, зеленую сраную шмотку-то, а? Дает мне все серые. Это ж сколько мне надо прокачаться, чтобы этих козлов хотя бы выбить что-то полезное? Ну, что-то сложно это представить, если честно. Хотя, в принципе, и так их получают в достаточном количестве. Тут по миссиям, вон, прошиб сдеться можно и получить. Ну, может, со второго раза зеленую получу? Да-да-да, купи себе губозакаточную машинку и поднимай губу с пола давай, там надоел уже, да? Чё ты надоел? Я хочу просто такого. Хотеть не вредно? Вредно не хотеть? Блин, присусил, пыль в глаза попала, зараза. Решил диван выбить. Пробежку побегу, до Сирской добегу. Аптеки. И куплю себе капли для глаз. Слушай, в этот раз он больше нанес ущерба.
А, тут даже время закончилось. Ну, правда, все то же самое, да. Ну, ёлы, ну дайте хоть что-то вкусное. Это... Блин, слушайте, вместо этого босса надо было еврея поставить, вот ей-богу. Не смешно даже. Кстати, какой там уровень гильдии? Ну, а что, понемногу прокачиваемся. Ну ладно, что сейчас качнем. Дядьку два раза. Тебе даже три. Интересно, один раз хватит там еще? Ферзец. Так, подарок. А что мне тут за подарок-то хотят дать? Никакой. Просто так, да? Прекрасно. Так, отметка. И УСО. Класс. Так, по алтарю призыва у нас там хоть что-то-то есть? 96, кстати, по друзьям. Отлично. Хоть давай 10 призывов сделаем. Да. Хотелось бы немножечко что-то получше. Видно, не судьба. Так, магазин. Сколько там накопил я уже? Ну да, здесь основной прикол, вот и магазин. То есть здесь в магазине все надо брать будет. А что это за хренотень вообще? А, родник возрождения, восстановление богини, родниковая вода, обладает живительными свойствами. Может вернуть героя у нас. Слушай, интересно. Давай-ка прикупим вот это вот хренотенье. Посмотрим хоть, что мы с этого получим все. Да, надо покупать снизу вверх. Тут, конечно, с одной стороны, как бы и прикольно, что можно вот купить такие золотые, типа, вау, крутые герои, но, как правило... Сколько тут осталось? А, ерунда осталась. Так, кого прикупим? За 1500 не можем, да? Ну, давай тогда вот так вот. Не вижу больших проблем. Так, в первую очередь вызываем здесь не пойми кого. Кто у нас тут будет? Здрасте. И здесь. Кто там вообще себе выбил? Можно вопрос? Дядь, ты вообще, блин, кто? Че, серьезно, что ли? Странно, я не ожидал его здесь увидеть. Книга героев. Ну и вот где мне сейчас этого засранца искать непонятного? Книга, а вот он. А, во! Погоди, там, а ты у нас тоже... Господи, вот этот и есть огненный голем, который вырастал, да? И, о, дрожь. Мелкий партизан-паршивец. Мне второй такой нужен будет для его развития. А, вообще, где он у меня здесь? Что-то я юмора не понял. Тебе на эволюцию нужен такой же, как и ты, да? Угу. Не, ну големы они сравняют этим драконом, я тебе могу сказать.
По силам-то они мало чем отличаются. Ой, я же хотел что сделать-то. Угу. И что ты мне там предлагаешь умного? Ну ладно. Так, а вот у нас уже появились двухзвездочные. Это хорошо, конечно, но... Но-но-но. Что ты там еще хочешь? Туда, остальное уже моих рук дело будет. Например, сейчас собачка попытаться усилить-то я могу. Но я и вампиршу зацапаю, и демона. Демона-то по-любому я прибил бы. Мне он не очень нравится, но тут дракону если ждать... Это тоже не вариант, но так как сегодня последний сезон, дракона я ждать уже не буду. Это, конечно, хорошо, что здесь можно получить народ дракона, но все-таки не все хорошее, и все хорошее быстро кончается. Так, дерево жизни. Куда сможем сейчас пробиться? Я бы нашу вот эту вот ассасинку подулучшил. Но вот пока не получается. До сотого этажа я не доберусь. Я вот все хотел бы до сотого здесь добраться. Но, увы, никак, зараза. Обломно. Так, дирижаблик. А, пошли по компании. Так, ну ладно, здесь немного пробитимся. Да, пошли дирижаблик, кстати, подербонькаем. Может, артефакт сможем получить. Кстати говоря, о птичках. В принципе, такая расстановка более-менее хорошая. Так что претензий не должно быть у меня. Так, что мы здесь? Автоатака, кровотечение, один раунд каждый полученный. Здоровье, блок. Лучше так выберу. Смогу ли я здесь найти себе артефакт? Привет. А чьи-то мы там спрятались? Сныкались, блин. Он жуки. Жопки с ручками. Хотя ладно, летающие глазки. Так, урон. Интересную хренотень. А это восстановление ходов, все вспомнил. Че стоим, кого ждем? С моей уровня то сильно так не прыгают. Кого я вижу тут сразу, да, так? Хм. Недалеко ты спрятался, дядь.
Вот. Дай-ка мне посмотреть, что у нас тут-то. Ну, пока супер ничего, конечно, интересного нету. Сюда идем. Так, атака. Герой заднего ряда. Ну, пригодится, в принципе. Не повредит, по крайней мере. Хотя тут больше ничего полезного-то и нет, начнем с этого. По поводу повредит, не повредит, вопрос хороший. Да, вот везде 99 уровень. То есть я уже третий раз прохожу 99 уровень. Нормально, слушай, мне устраивает. Артефакты, я надеюсь, хоть я выбью в этот раз этой заразы. Бенефакт. Каждый полученный может лечить. Так, у героев нет. О! Вполне устраивает. Если у них от этого злость не повысится, будет неприятно. Молнии шандарахнули, они там подзарядились и такие зевсами все стали. Это будет весело. Да, там только один герой молния получил. Так, вспышка, выносливость. По-любому нужна. Привет, песик. Собачка. Ладно. Подойдет, я думаю. Хотя у нас всего два героя нежити. А вот и торговец. Я так чувствую, мы здесь тоже артефакт не получим, его только покупать. Давай. Так, блок. Ну, привет. Стандарт во все эти игры я играл одновременно, в принципе. Ну, все вот эти игры, которые с топа, конечно, мне очень понравились. Так. Рановато пока. Хотя самое то время, блин. Пошли. Попутешествуем. Так, торгаш. Ну, как-то не то.
Ага. Правда, вот насчет союзных героев, я не очень понимаю, это которые с крестиками, я так полагаю, да? Что, никого больше не найдем, что ли? Да ладно. Ну, идем к боссу. Зак, он не... Так было бы приятно, да? Хлоп его с одного удара. Не надо с ним две попытки маяться, как всегда. А, то есть это вот вся молния, которая ударила. Это смешно. Ну, опять две попытки на него надо. В принципе, как они повторяются. А хотя, погоди, я даже никого тут не убил. Любопытно, они посильнее чем-то стали. Нет, так же выиграл. Ну, я никакого артефакта чую не получу, да? То есть артефакты нам тут только покупать. Артефакты нам, народ, только покупать. То есть это надо фармить и покупать. Ну, что я могу сказать? В принципе, я на этом могу еще, в принципе, сходить повоевать. Чего мы здесь получили вообще? Пиоси надо еще побегать. Яиц понадыбывать. Да, довольно-таки весело. Ладно, народ, на этом я, в принципе, серию закончу. Но, как видишь, в этой игре можно развиться. Есть шанс развиться. Претензий вот к ней нет абсолютно. И на арене можно поучаствовать. О, давай, кстати, на арене немножко поучаствуем еще напоследок. Понял некоторых вещей. Хотел бы я это сказать. На самом деле, я ни хрена не понял. 69. Что у него там за 86? Давай посмотрим. Ой, не посмотрели. Так, задание дай-ка я. Тут мне должны выпасть эти медальки. Угу. У дяди есть. Давай посмотрим. Хренак, пиши из драконов я. О, не, у него также один дракон, как у меня, у него голем есть. У него есть големчик. Да, дракон тоже в заднем ряду, смотрю, стоит. Я, кстати, посильнее его повредил. Не, у него дракона куда сильнее, чем мой. Да, он сильнее, конечно, в разы. Тут вопросов нет, как бы. А, ну тут же опять эта ранговая система дурацкая. Набери на слабых больше очков, чтобы победить самого типа сильного, да? Не люблю я такие ранговые системы. Какой гульный бред, что ж капец. Ненавижу я это. Так, 129, 133, 81. Давай здесь быстренько прочешем. А быстренько не получится, мне задний ряд надо было переделать, последний точнее.
В принципе, да, бои хоть такие интересные, а вот с драконами интересно, а как быть-то серьезно в таких вот боях? А? Так, строй, давай-ка мы подобновим. Строй нам надо обновить. Да. И эту барышню сюда. Слабовато, правда. Дай-ка посмотрим, мы там можем еще кого-нибудь пришпандорить. Не хватает книжек. Не можем. Так, кого мы можем-то? Во-первых, демона надо засунуть. Сейчас посмотрим, что у нас там на аренке будет. И по героям нам надо будет хоть броньку-то на них нацепить какую-то. Демона толку, блин, вообще нету. Как ни крути. Ладно, пошли на арену, посмотрим сейчас. Так, у нас здесь первый демон, не нужен нам первый демон, этом нам нужен вообще третий. Начнем вот с этого. Здесь у нас. Тебя можно спокойно сюда заприсунуть. Демона нам сюда можно поставить. Три демона, четыре будет. Ну, здесь у нас Шарашкина контора, так что хрен поймешь. Кататься здесь не вариант, это щелкнуться можно будет. Да, повоевали, называется, на аренке. Ну так, довольно-таки, кстати, любопытно, конечно, здесь. Можно прокачиваться тихо, медленно, не спеша, народ. И получать от этого, в принципе, удовольствие. И еженедельки с довольно спокойно убиваются. Да, на этом я за сезон завершаю. Драконов здесь можно, я так полагаю, всех себе надыпать. Очень прикольная игра. Всем удачи. Всем пока.